переулке Виноградном мужчина пытался вскрыть припаркованные автомобили, дергая их за ручки. Его действия попали на камеру видеонаблюдения. Очевидцы поинтересовались, что ему нужно, на что злоумышленник сказал «машина» и скрылся в неизвестном направлении. В Лазаревском районе произошла авария с участием двух автомобилей. По словам очевидцев, иномарка выехала на встречную полосу, где столкнулась с грузовиком. В результате ДТП водителя легкового автомобиля госпитализировали. Впоследствии он скончался. На пляже «Маяк» очевидцы обнаружили женщину, которая лежала на быках без признаков жизни. Спасатели сняли ее с плавучего ограждения. Женщина оказалась живой, но находилась в алкогольном опьянении. В микрорайоне Бытха на улице Ясногорской произошла авария с участием газели и скутера. 15-летний водитель мопеда не успел затормозить перед грузовиком и, чтобы избежать столкновения, сделал резкий маневр в сторону, в результате которого упал. Подросток был без шлема. Ему потребовалась помощь медиков.